Сегодня днем в Волгодонском районном суде рассматривалось, можно сказать, уникальное дело. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подал мэр города Виктор Фирсов на депутата Волгодонской думы по 11-му избирательному округу Алексея Германюка. У здания суда собрались десятки людей. Все они пришли поддержать депутата. Почти за час до начала заседания появился и сам Алексей Германюк, а вот Виктора Фирсова люди здесь так и не увидели. Надо сказать, что оскорбило градоначальника и, по его мнению, нанесло ущерб его деловой репутации высказывание народного избирателя на страницах газеты «Волгодонск». Цитата. «Мое депутатское обращение к мэру города с приложенными к нему копией сфальсифицированного протокола общего собрания жильцов и показаниями домкома, которое я отправил главе города 28 декабря, до сих пор остается без ответа. Впоследствии мне сообщили, что оно было утеряно. Зато поступил нелицеприятный звонок от главы города. Но это уже следующая история». Конец цитаты. В итоге заседание суда состоялось, на него не пригласили ни жителей, ни журналистов. А по завершении пресс-секретарь Волгодонского районного суда объявила, что мэр Волгодонска от своего иска отказался. Определением Волгодонского районного суда от 4 апреля 2013 года производство по гражданскому делу по иску мэра города Волгодонска, администрации города Волгодонска к депутату Волгодонской городской думы по избирательному округу номер 11 Германюк прекращено в связи с отказом истцов от исковых требований. Услышанное жители встретили с восторгом и под аплодисменты. Для многих присутствовавших отказ Виктора Фирсова от собственного же иска равносилен победе в данном деле. Люди поблагодарили депутата Германюка за смелость, которую он отстаивает их интересы в сфере ЖКХ и не только. Он, в свою очередь, заверил, что не отступится от этого ни на шаг и уверен в своей правоте. Вообще пришли сегодня с какой целью? С какой целью поддержать нашего депутата? Вот. Что он ставит? Очень правильные вопросы по тем домовым откатам, которые с нас взимают. Это просто, вы знаете, ну, давят, душат нас. Но и вы все не за деньги этим сегодня сюда приехали. Да нет, что? Какие могут? Какие деньги? Какие? Он нас защищает. Мы идем к нему. Он нам ничего не надо. Да, безусловно, я рад. Но я хотел бы отметить, что я не удивлен этим решением. Я не сомневался о том, что решение будет в нашу пользу с самого начала. У меня нет никаких сомнений, что сегодня благодаря именно стойкой позиции жителей, вот ихнему пониманию, ихней поддержке мы одержали очередную победу. Все жители, которые сегодня звонят, приходят, безусловно, они вселяют надежду и уверенность.